Так, народ, плохой запах из системы вентиляции автомобиля, из кондиционера, из печки. Что для этого надо, чтобы исправить проблему? Воздушный фильтр новый и вот такой вот очиститель для системы отопления. У меня такая проблема случилась. Хочу снять это видео и показать его другим людям, потому что у меня на другой машине была такая же проблема. Я этот способ попробовал, и он реально работает. Поэтому пользуйтесь. Так, первым делом снимаем фильтр салона. Достаем его полностью. О, листочки. Осень на дворе. После того, как выняли фильтр, вставляем просто обойму назад и защелкиваем. Следующее. Находим дрейн, откуда у нас капает вода, когда работает кондиционер в жаркую погоду. Вот, она здесь капает. Сейчас сниму защиту, посмотрю, где дрейн. Вот он, дрейн. Так, продолжаем дальше. Достаем баллончик с клинером. И тут есть такая трубочка, с помощью которой загоняется вовнутрь. Баллончик встряхиваем хорошенечко. Пару раз встряхнул, чувствуется, там все превратилось в пену. Крепко сидит. Так, трубочку одели. И теперь вот этот вот конец с насадочкой нам надо максимально засунуть в дрейн. Засовываем трубочку, насколько это возможно. И выпускаем полностью весь баллон. Он должен зайти в систему. Все, перестал течь. Оставляем на 15 минут. Короче, народ, оно работает вот так. Через минут 12 все начало просто-напросто стекать. Стекает и выходит полностью из системы. Но запах у него приятненький, свежий. Информация на коробке показывает, что оно подходит для всех автомобилей. Для гибридов, для электрических автомобилей, абсолютно для всех автомобилей. И еще при том, при всем, еще и подходит для очистки систем кондиционирования домов. Воспламеняющийся, поэтому будьте аккуратны. Вот на коробочке имеется такой QR-кодик, по которому переходишь, и там полностью руководство, как работает эта жидкость, которая очищает систему. Народ, 15 минут прошло, всю систему вытекло. Рекомендует по инструкции, которая на коробке, включить на low всю систему на минимум.
систему отопления и завести автомобиль, пусть поработает 5 минут. Так, 5 минут машина поработала. Достаем кассету для фильтра и вставляем фильтр. Фильтр вставлен, вставляем его на место. Вставляем новый фильтр назад в кассету. Проверяем, или хорошо защелкнулось. Фильтр поменял, бардачок поставил на место. Следующий этап проверяем. Так, для того, чтобы проверить, я закрываю все окна. Сейчас стоит внутренний обдув, включаю наружный обдув и завожу. Запах в салоне этим очистителем. Сделаю тест через несколько дней использования и потом дам вам ответ и выставлю это. Привет, народ! Прошла неделя после того, как я чистил систему кондиционирования и систему отопления от неприятного запаха. Машину протестировал. Запах неприятный ушел. И реально эта процедура хорошо помогает, чтобы устранить любой неприятный запах из системы кондиционера и отопления.